когда... Ты всю жизнь в театре. Когда ты без этих досок не представляешь себе дня. И ты каждый день приходишь и голыми руками забиваешь гвозди. Это как своеобразные стигматы, которые были на Христе. И если у человека, который приходит в театр, нет ощущения этих ран, этот театр не имеет смысла. Потому что это то, что сейчас уходит. И уходит мифическое начало. Театр начинался как мистерия, как религиозное начало. И когда бытовуха, зло, расчет, цинизм и развлечение занимают главное место, то это люди творят, у которых нет этих следов и этих ран. А если нет ран здесь, то нет и здесь. Тогда в этом преодолении и в этом ощущении рождается радость, свет в театре. Тогда дети, потому что каждый театр – это своеобразный детский сад. И артисты – это дети, которые приходят. А ты и папа, и мама, и дядя, и брат. И ты такой же, как они. И тогда происходит игровое начало. Игра – это тоже то, что родило театр. Миф и детское ощущение игры. Детство, которое уходит из театра от первородности восприятия жизни, оно убивает театр. И это очень грустно, потому что я вижу, как с каждым днем расчет, деньги и пошлое развлечение поглощают сценическое пространство. Я пессимист по знанию и оптимист по вере. То, что я говорил сейчас, это мой пессимизм. А теперь моя вера в то, что победит в театре свет. И поэтому я нарочно в этом году для нашего театра набрал курс актерский. Придут сюда ребята, которым 18-20 лет. И в этом есть залог будущего в нашем театре.